В Краснодаре прошел съезд участковых уполномоченных. Сейчас в регионе их работает около 2000. Само понимание у людей, что участковый, тот, который всегда должен прийти на помощь, должно всегда оставаться. Но здесь ни в коем случае не может быть равнодушие. Российская полиция должна быть частью народа. И народ, именно народ должен это понимать и в это искренне верить. Я могу с гордостью заявить, что сегодня, несмотря на все трудности, несмотря на эту нагрузку, вы с честью справляетесь со своими обязанностями. И это не моя оценка. Это оценка, если мы говорим про курортный сезон, тех отдыхающих, которые приезжают в наш край, они в отношении полиции, участковых в том числе, говорят только добрые слова. Поэтому, коллеги, сегодня отношение к краю такое. Всегда гордо заявить, что мы с Кубани, что мы с Краснодарского края. В этом году кубанские участковые предотвратили больше 70 тысяч правонарушений. Чтобы помочь полицейским в работе, Вениамин Кондратьев предложил развивать сотрудничество между правоохранителями и казаками.